Всем привет, меня зовут Алиса, я изучаю английский по очень интересному учебнику Amazing English. Еще к нему прилагается электронная книга, которую я вам сейчас покажу. Много интересных тем. Например, отсюда я узнала про Человека-паука и новые виды спорта. А вы знаете, что есть такие виды спорта, которые называются футгольф и 360 мячей? Про них вы можете прочитать в этом учебнике. Еще в этом учебнике очень классные игры. В них можно играть вдвоем, втроем и вчетвером. Но я буду одна играть за двоих. Выбираем себе героя. Компьютер выбирает, кому первым уходить. В этих играх надо вставлять слова. Например, my family has 12 people. Выигрывает тот, у кого больше всего очков. Ха-ха, this book is very funny. Еще можно прослушать и прочитать книги. Например, вот есть книжка «Питер Пэн». Ее можно слушать. Thanks, said Peter. И читать. What are your names? I'm Wendy. This is John. Еще my youngest boy is Michael. They're my brothers, said Wendy. Can you fly? Said Peter. В конце книги очень интересные игры. И задание. Например, вот такой кроссворд. Еще в этом учебнике есть песни, видео, необычные факты и словарь.